Дорогие болельщики, хочу поздравить вас с наступающими праздниками Нового года, Рождества Христова. Хочу пожелать вам в первую очередь здоровья, так как оно очень важно для нас, для всех спортсменов, и в том числе и для футболистов. Хочу пожелать вам, чтобы скорее вернулись на стадионы болельщики, чтобы вы могли в полной мере ощущать ту остроту игры, ту остроту переживаний, которые каждый болельщик испытывает во время матча. Хочу пожелать побольше радости, побольше забитых мячей, побольше побед и всего самого наилучшего. Уважаемые болельщики нашего футбольного клуба «Энгульца», хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и самое главное пожелать возвращения на трибуны. Хотелось бы пожелать не просто возвращения на трибуны, а чтобы в этом 2021 году вы вернулись к нам на новый стадион, который, надеюсь, Александр Григорьевич застроит, и он будет суперкомфортным, суперудачным для нас, и мы будем демонстрировать нашу яркую, самоотверженную игру. Поэтому всем вам здоровья, сил, терпения и до встречи на трибунах нашего стадиона. Дорогие болельщики «Энгульца», хочу вас поблагодарить за этот, скажем так, тяжелый год, который уже за нами. Хочу вас поздравить с теми успехами, что команда добилась. Вышла с тяжелой первой лиги в премьер-лигу. Хочу поблагодарить президента и весь тренерский штаб и всех футболистов за этот прекрасный год, которые мы провели вместе, и хочется нам всем пожелать в новом году продолжить и улучшить еще свои успехи, и пожелать всем благополучия, здоровья и успеха в новом году. Всем нам, всем нашим семьям всего самого лучшего в наступающем новом году. Всех благ, большой привет! Дорогие болельщики, хочу вас поздравить с Новым годом и с наступающим Рождеством. Этот год был не из легких, но мы всегда чувствовали вашу поддержку. В Новом году хочу пожелать вам самое главное – это здоровье. Здоровья вам и всем вашим близким. Ну а мы будем стараться радовать вас победами и достигать новых вершин. С Новым годом, друзья!